Тысячи южнокорейцев сегодня опоздали на работу. В стране началась общенациональная забастовка водителей такси. Они протестуют против запуска мобильного приложения, которое позволяет найти попутчиков и доехать с ними до места назначения на частном автомобиле. Какао Мобилити экономит расходы пассажиров и водителя, но может значительно сократить доходы официальной службы такси. Поэтому по всей стране на работу не вышли порядка 250 тысяч таксистов. Всего в Южной Корее больше 300 тысяч человек официально работают в службах такси. В Сеуле протестующие демонстративно оставили свои автомобили на одной из центральных улиц, перекрыв движение автомобилей. На машины они прикрепили траурные ленты. Тем самым они хотят показать, что мобильное приложение похоронит сервис такси. Возле здания парламента в Сеуле собрались порядка 100 тысяч водителей. Это не первая их забастовка. Ранее одна из акций протеста привела к трагедии. 10 декабря водитель скончался после того, как совершил акт самосожжения прямо перед зданием парламента. Правительство хочет узаконить мобильное приложение и уничтожить права таксистов, а незаконную деятельность большой корпорации продвигает вперед. У водителей такси в Корее нефиксированная зарплата, доход зависит от заработанной суммы. Из-за этого очень много проблем. Правительство обещало определить фиксированную оплату, но пока результатов нет, поэтому организована площадка для переговоров между правительством, парламентом, представителями компании, производителем мобильного приложения «Какао» и союзом таксистов. Мы выслушаем предложение, если они нас не устроят, мы продолжим протесты.